Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Lada Vesta. На данном автомобиле мы будем делать полную шумоизоляцию. Будем проклеивать багажник, пол, потолок, двери и капот. Предварительно разобрали все. Поснимали обшивки, стойки, вытащили сиденья. Будем клеить все в два слоя. Предварительно будем поверхность очищать, на которой будет клеиться материал. Материал предварительно виброизоляция прогревается в печке. Приступаем к работе. Прокатали первый слой. Проклеивали багажники. Арки, пол, крылья, внутренняя часть дверей, пол в салоне и потолок. Дальше у нас идет второй слой. Проклеили второй слой шумопоглощающим материалом. На этом работа по проклейке закончена. Дальше нам остается только сборка салона. Закончили сборку, поставили все на свои штатные места. В конце свою работу проверили мастера. На этом наша работа по шумоизоляции данного автомобиля закончена. Всем спасибо за просмотр этого видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.